1 октября 1943 года в Воркуте опереттой Кальмана «Сильва» открылся музыкально-драматический театр. Спектакль восторженно встретила публика. Театр сразу полюбили. Тогда еще не было этого белоснежного здания с колоннами и театральными масками на фасаде. Творение спецпоселенца, архитектора Всеволода Лунева. Оно появится немного позже, в сентябре 45-го. Это был какой-то полуреальный мир, в котором все двоилось, совершенно теряя свои очертания. Колючая проволока, запорошенная снегом, стылый воздух, униженные взгляды, балерины в пачках и буквально тут же в зэковских телогрейках. Большой любовью шахтеров пользуется музыкально-драматический театр в Воркуте. Думал ли когда-нибудь французский композитор Шарль Леков, что его веселая оперетта «Дочь Арго» будет исполняться за полярным кругом? Март 1943 года. Воркута – рабочий поселок. Население 16 тысяч вольнонаемных и до 28 тысяч заключенных. Уже действуют 5 шахт, но они дают слишком мало угля. Политзаключенные доходят от голода, а блатные не желают работать. В это время в Воркуту из Сталинграда прибывает Михаил Мальцев, командующий инженерной армией, которая возводила оборонительные рубежи. Его отзывают с фронта с одной единственной целью – дать стране уголь. Любой ценой. Подмосковный угольный бассейн разрушен, а Донбасс взят немцами. В Воркуту инженер-полковник Мальцев приезжает с семьей. Старшей дочери Майе было тогда 8 лет. Ощущение, что это был такой барачный город, серый, бедный, и каких-либо достопримечательностей даже трудно вспомнить. Это был 43-й год. С момента становления этого города там появился театр, там появился стадион, там появился родильный дом. Ну, в общем, он стал как-то облагораживаться. И бульвар, конечно, красивый, такой впечатляющий для тех времен и того климата, ну, который был в Воркуте. Михаилу Мальцеву дают карт-бланш. И первое, что делает инженер-полковник, добивается улучшения питания всех без исключения работников, вольнонаемных и заключенных. Неограниченный хозяин Воркуты, он не боится смелых решений, назначает на ответственные посты специалистов из врагов народа, вводит спецпропуска, которые позволяют отдельным заключенным свободно перемещаться вне зоны. Мальцев выполнит свою задачу, за неполные 4 года возведет новые шахты. Значительно увеличит добычу угля, за что получит генеральские погоны. А еще он построит на вечной мерзлоте новый город. Так выглядела старая Воркута. Месяцами была лютая пурга над крошечным поселком. Трудно было жить и работать первым ее обитателям. Говорят, чудес не бывает, и это правда. Но поистине чудесные дела может творить советский народ. После санобработки я был вызван в учетно-распределительную часть, нечто вроде отдела кадров. Деребой начальник в тельняшке уже изучал мой формуляр. Там значилось, что бывший сотрудник журнала «Театр» Зака Литинский по формулировке «антисоветская агитация» приговорен особым совещанием при НКВД к 5 годам заключения в исправительно-трудовых лагерях.
Вот что ты за птица, присвистнул нарядчик и неожиданно спросил. Мордвинова знаешь? Какого? Из Большого театра? Во-во, артист, во дает. Где же он может здесь выступать, удивился я. А у нас тут целый театр, с гордостью произнес нарядчик. Просись туда, что тебе на общих доходить? Видишь, тебе назначен тяжелый физический труд. Соображаешь? Борис Мордвинов, главный режиссер Большого театра, ученик Станиславского и Немировича Данченко, преподаватель Московской консерватории, был арестован до войны и приговорен к 3 годам исправительно-трудовых работ. В числе обвинений, предъявленных ему следователем, было и такое. После публикации новеллы Горького «Девушка и смерть» Сталин заявил: «Эта штука посильнее, чем Фауст Гёте». Мордвинов с юмором высказал сомнение в справедливости такой оценки. И об этом, конечно, донесли. В Воркуте он трудился грузчиком на пристани, подсобным рабочим на складе, дневальным в бараке. Среди заключенных нашел немало профессионалов – музыкантов, актеров, певцов, да и кого там только не было. Не раз Мордвинов предлагал лагерному начальству открыть в Воркуте театр. Но только Мальцев загорелся этой идеей. А откуда у него любовь к театру? Я думаю, из-за тех людей, которые его окружали. Понимаете? Вот я думаю так, что если бы не было вот той плеяды артистов, которые приехали в Воркуту не по собственному желанию, да? Вот эти люди его, по-моему, и вдохновили. Потому что, ну, откуда? Он никогда не был особым театралом, так уж честно говоря. И вдруг вот такое стремление, такое желание и такое отношение. Борис Мордвинов руководил в Воркуте клубной самодеятельностью. После спектакля по повести Катаева «Шел солдат с фронта» начальство похвалило ЗК Мордвинова и наградило его богатым сухим пайком. Мы направились в зону. Вахтеров было много, но запомнился один по фамилии Шариков. Маленький, вертлявый, наглый, он наслаждался своей властью. Выгнать поскорее на работу, а при возвращении бесконечно долго мытарить голодных, уставших людей было для него сущим удовольствием. Никто не умел так унизительно обыскивать, как Шариков. Особенно ненавидел он пропускников. Он вообще не мог понять, как это зэки могут передвигаться без конвоя. Какой же это заключенный? Возбужденные и радостные возвращались мы и вошли в царство Шарикова. На беду как раз сегодня дежурил он. Нет, Шариков не изощрялся больше обычного, но именно сегодня Мордвинов не был защищен против обыкновенного хамства. Он стоял и слушал поток грязной брани, которую изрыгал Шариков, а потом вдруг бурно зарыдал. Я попеременно глядел то на тоскующего Мордвинова, то на исходящего злой, подлой радостью Шарикова. В команде Мальцева из Сталинграда прибыл инженер Симон Шварцман, его правая рука. Он стал главным энергетиком Воркуты. Шварцман только что женился на примадонне оперетты Ростова-на-Дону Наталье Глебовой. Актерский талант проявила супруга еще одного начальника Воркутстроя – Вера Песковская. Июль 1943-го. У начальника Воркутстроя идет совещание с работниками культуры. Решается вопрос о создании театра. Мальцев
тоном, не допускающим возражения. Здесь, в Заполярье, в условиях полярной ночи и вечной мерзлоты, мы должны создать театр яркой зрелищности, веселый, лиричный, с музыкой легкой и красивой, чтобы наши труженики, придя в театр, могли отдохнуть, полюбоваться зрелищем, радующим и бодрящим. Разумеется, в дальнейшем театр должен уделять внимание серьезным драматическим спектаклям, но открыть его нужно опереттой. Думаю, что театр мы должны открыть не позже 1 октября. 8 августа 1943 года появился приказ начальника управления Воркутстроя НКВД СССР Мальцева организовать на основе хозрасчета театр по обслуживанию вольнонаемного населения Воркутинского бассейна. Театру присвоить имя Воркутстроя. Художественным руководителем и главным режиссером назначить Мордвинова. Обязать культурно-воспитательный отдел, весь имеющийся в подразделениях театральный инвентарь, как-то реквизит, костюмы, бутафорию, сдать театру в безвозмездное пользование. Ну, это чья заслуга? Конечно, и Мордвинова, и Мальцева, он разрешил им все. Он был влюблен в свое детище театр. А это же Мальцев владыка Воркуты. Это колоссальная была его заслуга, что он сделал счастливой жизнь тех артистов, которые попали в заключенные в Воркутинский театр. Для Бориса Мордвинова все оставалось неопределенным. Возникли сразу десятки вопросов. Как сколотить хоть какой-нибудь оркестр? Как подобрать вокалистов? Какую выбрать оперетту? Где достать ноты? Как подготовить костюмы, декорации, реквизит? Легко сказать – оперетта. А срок? 2,5 месяца до 1 октября. Мордвинов, как запущенный катапультой снаряд, развил бурную деятельность. Он действовал от имени Мальцева и потому всюду встречал помощь. Никому не хотелось навлечь на себя гнев начальника Воркутстроя. Воркута и театр – это, ну, как что-то необыкновенное, что-то вообще, ну, непонятное даже было. Среди вот этой тундры, вот этого постоянного холода, темноты. И вот вдруг возникло такое, ну, такое событие, которое переворачивало твое мировоззрение, понимаете? Что есть еще что-то, есть еще более красивое, да? Есть прекрасные люди, которые так потрясающе поют, танцуют. Ну, в общем, это, понимаете, это совершенно невозможно сравнить с тем, что я вот иду в Большой театр или в театр, тот же театр оперетты, или, да, это совершенно другое ощущение. То был праздник, это было, ну, феерическое зрелище. Открывать театр решили Сильвой. Наталья Глебова великолепно знала эту оперетту Кальмана. Много раз исполняла в ней заглавную партию на профессиональной сцене. Мыслью об этой постановке загорелись буквально все участники будущего спектакля. Глебова уединилась со Стояно в маленькой комнате ремонтируемого здания театра и в течение 3 дней напела всю Сильву от оркестрового вступления до финала. Стояно повторял напеваемое на фортепиано и записывал на нотную бумагу. Так был создан клавир оперетты. Еще 3 суток и Стояно передает дирижеру Белику оркестровую партитуру. Право присутствовать на премьере Мальцев предоставил лучшим горнякам, строителям, энергетикам. Это было чем-то вроде премии за ударный труд, за тонны добытого и отгруженного угля.
Мордвинов твердо решил уйти от опереточных штампов. Он ставил Сильву как некий вариант Травиаты, привнес лирический и даже драматический элемент. Его Сильва звучала совсем по-другому. И вот день премьеры. В момент, когда открылся занавес, Мордвинов схватился за сердце и сказал: «Боже, я, кажется, в большом так не волновался». Однако спектакль превзошел все самые смелые ожидания. Совсем недавно по культуре я вижу по нашей культуре, по нашему телевидению, я вижу постановку Сильвы 45-го года в Свердловске. Там фильм снимался. Но я знаю, что такое Воркусинский театр. И я невольно сравниваю то, что в 45-м году было заснято и демонстрируется по телевидению. Сейчас же ретро-показ по культуре. Конечно, Господи, насколько больший уровень был в Воркутинском театре. Потому что для меня и сама Сильва вот 45-го года в Свердловске, и все ее окружение, это жалкое подобие того, что можно было видеть на Воркуте. Вольно обращались, вставляли свои реплики и так далее. И вот те реплики, которые в Свердловске в 45-м году, и что в Воркутинском театре, это небо и земля. Там остроумие было, высокий уровень. В последнем акте Сильвы появляется Бонни и будто бы звонит Эдвину. Номер телефона в либретто значится 3558. Борис Козин, любимец воркутинской публики, говорит телефонистке: «Дайте мне номер 5810». То есть называет свою статью. Зал взрывается смехом. Затем княгиня подзывает его к столу и приглашает садиться. «Благодарю вас, я уже сижу», — говорит стоящий у стола Козин. И опять зал хохочет. И, кстати, вот тут о Канкане. Конечно, Свердловская киностудия в 45-м году снимала не Канкан, Канкан был запрещен, а некоторое жалкое подобие подтанцовки какие-то. А что сделал Мальцев своей волей, когда начали Сильву демонстрировать в Воркутинском театре? Что он сделал? Он разрешил Канкан. И воркутинская Сильва была с Канканом. Без женщин жить нельзя на свете, нет. Наши звезды, как сказал поэт, без нежных уст, без милых глаз. Мой вечер пуст, мой день подаст. Без женщин жить нельзя на свете, нет. Вы наши звезды, как сказал поэт. Вам всем я буду верен, всех вас любить намерен. Да, сразу всех, вам всегда! Роль Эдвина играл ЗК Борис Дейнека, солист Всесоюзного радио. Именно в его исполнении по утрам звучала песня «Широка страна моя родная». Насколько она широка, стало понятно в Воркуте. Странная смесь между заключенными и вольнонаемными в Заполярном театре никого не удивляла. Здесь к этому привыкли. Привыкли и к тому, что артистов приводят из зоны под конвоем. Впереди собаки. Сбоку собаки. Сзади собаки. Ну и, естественно, вохровцы. Идут они в валенках, в шапках. Таких. Вы извините, я сейчас, наверное, заплачу.
Но потом их заводили, вот здесь не видно, вот там был служебный вход, и заводили в театр. После этого они там раздевались на служебные вешалки и проходили по грим-уборным. Ну и когда они расходились по грим-уборным, то они уже имели, конечно, человеческий вид. В течение 5 минут, так было уже установлено, они должны были переодеться, перевести себя, причесаться, и должна была начаться репетиция. Используя все возможности, в том числе личные связи, начальник воркутстроя Михаил Мальцев старался хоть из-под земли доставать хороших актеров. Не только на центральной северной пересылке в Котласе, но и в соседних лагерях и тюрьмах люди, которые знали увлечение хозяина Воркуты, сообщали о поступивших театральных специалистах. Здесь появились артисты Теодор Рудковский, Елена Волошина, Фаина Костина, дирижеры Владимир Микоша и Евгений Вигорский, музыканты Михаил Носарев и Леонид Брокер, художники Петр Бендель и Яков Вундер, исполнительница романцев Татьяна Лещенко-Сухомлина. Мрачный город Воркута. Пурга. Как будто вся земля кипит и стонет от невыносимого безысходного горя. Кипит метель, ветер рвет и хлещет. И ты бредешь грудью, проламывая себе дорогу в этом хаосе. Ибо знаешь, остановишься, и все, конец, смерть. И идешь, задыхаясь, падая, вставая вновь, инстинктивно угадывая дорогу, всеми фибрами своими цепляешься за жизнь. Считалось, что попасть в театр – великое счастье. Так оно, несомненно, и было. Работать в театре означало работать в тепле, в закрытом помещении, в человеческих условиях. Я держалась за него изо всех сил. Делала все, что угодно. Играла в драме, в комедии, в оперетте. Аккомпанировала хору и певцам. Транспонировала оркестровки и переписывала клавиры. При случае могла написать вставную песню или стихи в какую-либо пьесу. Мне было бы легче, если бы я одна испытывала горе, или если бы нас было немного. Но кругом было несметное количество таких же несчастных. Горы людского горя. Борис Мордвинов старался меньше бывать в зоне. Приходил туда только ночевать. В театре у него была клетушка, где он работал до репетиции. Там же он общался со своими товарищами, в том числе кинодраматургом Алексеем Каплером, лауреатом Сталинской премии, автором сценариев к фильмам «Ленин в октябре» и «Ленин в 18-м году». Товарищи! Рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Каплер получил 5 лет лагерей за роман с дочерью Сталина Светланой Аллилуевой. В Воркуте ему удалось устроиться фотографом, и он часто бывал в театре. Вспоминаю, как в этой каморке мы беседовали втроем. Борис Аркадьевич Мордвинов, Алексей Яковлевич Каплер и я. Речь зашла о правомерности лагерных театров. Нет, не о том, почему лагерное начальство идет на организацию сценических коллективов из заключенных. Мы понимали, что не из-за гуманности и не ради культурно-воспитательной работы. Мы знали, сколько в этом лицемерия и лжи. Речь шла о том, имеет ли моральное право сам артист идти в подобный театр. Не грешит ли он против своего дара? Пристало ли настоящему артисту взять на себя роль развлекателя жандармов
и тюремщиков. Надеть личину шута. Не становится ли он при этом пособником жестокой карательной системы? Борис Аркадьевич повторял, цитируя Гёте, «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». И пояснял, это совсем не значит, что в лагерях надо устраивать бунты, забастовки, побеги, отказы от работы, самоубийства. Конечно, плохо, что мы не играем для заключенных. Но мы знаем, что в зале, пусть не в первых рядах среди мундиров, сидят те, кто прошел тот же путь. Теперь они вольнонаемные, второго, третьего сорта. Они нас ценят больше других. Так же и мы. Каторжанка Елена Маркова навсегда запомнила день, когда после своего освобождения из женского лагеря впервые увидела спектакль Воркутинского театра. Давали Гюго «Анжелу». Каторжане не плакали. Им было так тяжело, что не до слез. И я не могу сказать, что попав туда, я плакала. Я не плакала. Но когда я попала в театр, увидела зал настоящих артистов, прекрасные декорации. Кстати, Бендель, художник Падую 16 века, изображал прекрасно. Харламов играл, по-моему, главную роль, Харламов, Борис Валерьянович. Я все это увидела, раздвигается занавес. Появляется прекрасный вид вот этой Падуи. И я сразу вспомнила, а что ж мы имели, что? Мы имели в лучшем случае жалкую лагерную самодеятельность. Все годы без театра, без цивилизации, в жутких шахтах работая. И вот это у меня был такой момент, когда слезы действительно полились. И Борис Сократович со мной рядом сидит, он не знает, что делать, а я не могу прийти в себя. Я просто готова рыдать. И меня он просто в антракте вывел, чтобы я не испортила, так сказать, зрительскую аудиторию. Каждый актер боялся, что его спишут на общие работы. Потому что общие работы означали смерть. До самого последнего вздоха на воркутинской сцене выступала московская балерина Лола Добржанская, жена известного артиста театра и кино Сергея Мартинсона. Красивая, веселая, она охотно посещала приемы в иностранных посольствах, за что ее и обвинили в шпионаже. Ярко выделялась среди нас талантливая московская балерина Лола Добржанская. Умница, острая на язык, обаятельная. Она хотела умереть и постоянно об этом говорила. Умирая от полярной желтухи, она поручила мне, если я уцелею, повидать в Москве ее сына Сашу, передать привет от матери, что я и исполнила. Блатные обожали Лолу. И в театре все ее любили. Она была лихой гусар. Бесстрашно. Одним прыжком с большой высоты она прыгала вниз на сцену, и на лету ее подхватывал Ванечка Богданов, заключенный москвич-танцовщик. Это было в холопке Стрельникова. Гусары утили, а Лола плясала цыганскую пляску. Хоронили ее желтую, как шафран, в серебряном гробу, который сделали для нее в театре. За гробом, как надлежало, как полагалось, не шел никто, кроме одного конвойного. Борис Мордвинов смог создать в театре особую атмосферу. Он не стеснялся обращаться за советом и помощью к любому участнику репетиции. Эти маленькие антракты делали свое благородное дело.
возбужденные спорами артисты удивительно ярко раскрывались. Мордвинов завел моду платить 2 гривны за удачную подсказку. Эти 2 гривны дорогого стоили. Они создавали неповторимую атмосферу творческого азарта, в которой все дышали полной грудью и которая вдохновляла на самые смелые поиски. Интересные предложения тут же проверялись, и если действительно оказывались уместными, то фиксировались и утверждались. Как-то во время репетиции Мордвинов обратил внимание на то, что музыканты, отыграв свой кусок, занялись кто чем. Один погрузился в книжку, другой шептался о чем-то с соседом, третий штудировал ноты. Борис Аркадьевич повернулся ко мне и с тревогой сказал: «Гриша, а ведь спектаклю грозит провал, обратите внимание, лабухи книжки читают». На сцену ноль внимания. Он склонился над оркестровой ямой и спросил, что скучно. Лабухи честно признались, что скучно. Мордвинов долго допытывался, чем не угодил им на этот раз. А потом начал переделки. Мордвинов не только не пресекал споры, а даже умышленно вызывал на них. Время, потраченное на пустые споры, с лихвой окупится. И он был прав. Многие молодые артисты потом говорили, что обучались в мордвиновской студии. Среди них Алексей Марков, который служил в Воркутинском театре 15 лет. Мордвинов сразу высокий уровень всего. И интеллигентности, и взаимоотношения, и качества. И потом он своим энтузиазмом, он заражал, там все работали с великим энтузиазмом. Они отдавали театру, будучи заключенными, всю душу. И это, конечно, отражалось на всем. В августе 45-го неожиданно жизнь театра была резко нарушена. Молниеносно по приказу Мальцева труппу отправили на гастроли в поселок Абись. Поговаривали, и это было очень похоже на правду, что кутерьма возникла в результате пари, заключенного между Михаилом Мальцевым и Василием Барабановым, начальником Северо-Печорского управления исправительно-трудовых лагерей. Он не мог скрыть своего разочарования при виде того, в каком жалком помещении ютится знаменитый Воркутинский театр. Тогда Мальцев пригласил Барабанова приехать через месяц на открытие нового сезона, уже в новом здании. Картина была замечательная. Рабочие ломали старое здание, а вокруг бегал архитектор Лунёв и прикидывал, острили в городе, как пришить к пуговице пальто. Прораб Потехин, научившийся строить быстро, будучи в свое время подрядчиком на Нижегородской ярмарке, не давал покоя Лунёву, а Мальцев наседал на Потехина. Строительство вели в 3 смены. Строительную площадку заливали ярким светом мощные прожекторы. Чтобы поощрить рабочих, лучшим бригадам разносили на огромных фанерных блюдах бутерброды с салом, куски холодца с хлебом и даже махорку. Наблюдая этот хаос, я не верил, что даже через год здесь может что-то образоваться. Однако 15 сентября здание было готово, и вернувшиеся артисты, как и было обещано, показали оперетту Кальмана «Марица». Хотя еще потом 2 недели в театре завершались внутренние работы. В зале сидели в основном, ну, НВД, НКВД, потому что это их семьи, и они обожали театр, поэтому всегда полный театр, всегда полный театр. Ну и те, которые освободились и которые не могли выехать из Воркуты. Так что зал был всегда переполнен, мы не знали пустых мест.
Постепенно театр пополнялся. Оркестр, балет, хор. При Мордвинове труппа достигла 150 человек. Здесь ставили оперетту, музыкальную комедию и даже оперу, драматические пьесы. Давали 600 спектаклей и концертов в год. Да, заключенные артисты не были защищены ни от своеволи охранников и надзирателей, ни от произвола блатных. И редкий день в лагерной зоне обходился без убийств. Но у них было спасение. У них был театр. Тесным кольцом окружало нас зло. Душило, ужасало. Внезапные вспышки необузданного гнева, доводящие до убийства. Этому я была свидетельницей в лагере, а в театре у нас такого не бывало. Иногда вольные актрисы, таких у нас было 4-5 человек, переносили кому-нибудь из нас то кусок пирога, то котлету. Однажды молодая уборщица, с которой я очень редко общалась, через неделю после своего освобождения принесла мне в сутках целый обед. Настоящий борщ. Не забыть мне этого, а имени ее не помню. Дай ей Бог счастья. Каждое малейшее проявление человеческой доброты радовало нас, как настоящее чудо, и облегчало наш путь. Открытие театра не изменило бытовых условий заключенных артистов. После радостных премьер, цветов от поклонников, аплодисментов и криков «Браво!» они возвращались в бараки, где были те же нары в два этажа и такое же бесчисленное количество клопов. Лишь впоследствии артистам выделили отдельный барак, а позднее разрешили сделать нечто вроде кабинок, напоминающих купе вагона, среди тех же нар. С моего места на нижних нарах видны освещенные тусклой желтой лампочкой ступни людей, лежавших по ту сторону прохода на нижних и на верхних нарах. Я вижу их каждую ночь, эти ряды ног. В бараке стоит удушающая жара. Люди сбрасывают с себя одеяло. Часто чудится, что это не нары, а ряды книжных полок. И на них тома, тома, тома. И каждый – судьба, жизнь человека. Удастся ли когда-нибудь написать книгу об этих людях? Просто записать то, что знаешь. Никакого художественного домысла. Новая человеческая комедия. Здесь оборотная, невидимая сторона жизни. Оборотная сторона войны, политической борьбы. Оборотная сторона торжественных докладов. Картина жизни не верна без этой второй, сопутствующей стороны, без этого антимира, как лицо без теней. После войны в театре появились юные красавицы, сестры Рейзовых из Киева. Маргарита пела, Ада танцевала. Их отец, талантливый инженер, был немецкого происхождения, и всю семью отправили на вольное поселение в Коми АССР. Дали, значит, спецпоселение всей семье. И сначала мы попали в Харьков, а из Харькова там тоже свои были всякие не очень приятные вещи. Тоже попали в лагерь, были полгода там. Бабушка у нас там умерла в Харьковском лагере. Ну, в общем, все было. А потом нас отправили в Воркуту. А вот это было счастье. Когда мы приехали в Воркуту, хотя это из Заполярья, да, но там был изумительный театр. Такие были актеры, такие были певцы.
обалдеть можно было. В театре с Адой и Маргариты не спускали глаз. Ежедневно учили сценическому искусству. Хотели сделать из них настоящих актрис. Так и получилось. Уже после Воркуты, когда сестры Рейзовых приезжали в другие театры, никто не сомневался, что они закончили, по крайней мере, два ГИТИСа. Сразу же сказали: девочка красивая, голос прекрасный, и все будет играть молодые роли. Ну, я не знала вообще, как это все будет, но тут заболела меццо-сопрано. Шел, должен был идти Фауст, опера. Там опера, оперетта и драма была в этом театре. Ну и дирижер говорит: а я слышал, Рита распевалась, у нее прекрасные низы. Пускай быстро за 3 дня выучит партию Зибеля. Вот он, Зибель. И она споет Зибеля. А вот у той было, значит, воспаление легких у заключенной. Ее положили в лазарет. Я спела. Зибеля тряслась, конечно, как осиновый лист. Это был первый мой выход на настоящую профессиональную сцену. Вот такой костюм шикарный совершенно, все это. Художник у нас был тоже великолепный, Петя Бендель, это что-то. Освобождение областей от немецких войск привело к быстрому пополнению воркутинской труппы актерами, которые работали на оккупированных территориях. Так сюда попали Николай Фомин, Борис Харламов, Валентина Токарская, Рафаил Холодов. Валентина Токарская до войны звезда московского мюзик-холла. В 1933-м режиссер Яков Протазанов снял актрису в главной роли в сатирической кинокомедии «Марионетки». С этим фильмом Токарская объехала весь Советский Союз. Есть на земле далекий край, где нет ни крик, ни крапов, алмазный звон, дорогой, страна влюбленных и монахов. Ах, я хотела, чтоб меня взял Барадай, а помогаю. Вместо далекого края, где нет ни кризисов, ни крахов, была Воркута. В начале войны фронтовая концертная бригада, в составе которой выступали Токарская и Холодов, попала в окружение. Они кормились своей профессией, чтобы выжить. Отступая, немцы погнали артистов в Германию. В 45-м, как только Холодов и Токарская вернулись в Москву, их арестовали и осудили по 58-й статье. Им повезло, что поступила заявка от Воркутинского лагерного театра. Именно там, по словам Валентины Токарской, она сыграла лучшие свои роли – Марию Стюарт и Софью Ковалевскую. Когда я приехала в Воркуту, Мордвинова в театре уже не было. Режиссером был Рыченко. Ну и многие из актеров ставили спектакли. Я поставила там «Бейдеру» и «11 неизвестных», две оперетты. А после каждой премьеры выходили рецензии в местных газетах. Все как в столице. И фотографировались накануне выхода спектакля. Фотографировал нас Алексей Каплер. Он тогда досиживал свои первые 5 лет. Числился в придурках. Целый день бегал по городу и снимал или раздавал людям готовые снимки. Он был очень отзывчивым и обаятельным человеком, и люди платили ему любовью. В его фотографию ходил весь город. И я часто забегала к нему. Знала, что за это могут отобрать пропуск, отправить на общие работы. Все равно нарушала запрет. Каплер стал моим мужем. Любовь считалась одним из самых страшных нарушений лагерного режима. Стукачи старались изо всех сил. На возлюбленных устраивалась охота. Жестоко и неукоснительно преследовались отношения ЗК с вольнонаемными и между заключенными. Но жизнь брала свое. Когда Каплер отбывал второй срок в Винте, Токарская ждала его в Воркуте.
Когда меня освободили, я осталась работать в Иркуте. Поселили меня в большой светлой комнате в общежитии при театре. Каплер в письмах называл его «Дом талантов». Переписывались мы часто. Как-то он прислал мне в конверте кусочек Толя и написал: «Если это долго-долго жевать, то можно почувствовать, какая у меня жизнь». И как герой и героиня довоенного американского фильма мы смотрели на звездное небо. Искали большую медведицу. Он в Инте, я в Воркуте. Еще договорились по понедельникам слушать радио в одно и то же время. Сколько прошло таких понедельников, пока я не получила от него письмо, в котором он наконец написал: «В понедельник радио больше не слушай». Я поняла, что теперь мы оба свободны. В театре было два художественных совета. Один внутренний, а другой внешний, самый влиятельный, который утверждал репертуар и принимал спектакли. Возглавляли этот худсовет начальник политотдела и его заместители. Без их благословения ни одна новая постановка не могла увидеть света рампы. Впрочем, я не помню, чтобы какой-нибудь спектакль начисто отвергался. Но претензий приходилось выслушивать немало. Во время сдачи «Горьковских мещан» представитель политотдела майор Коваленко нерешительно произнес: «Вот только не знаю, как быть со словами Елены. Помните, она там говорит про арестантиков, какие, дескать, они милые. Знаете, как-то неудобно получается. Вокруг этих арестантиков целые тысячи, и вдруг милые. Как же быть?» – закручинился режиссер спектакля Харламов. «Это же Горький. Я не решусь редактировать. Да и кто решится?» Майор не решился. У него на Горького рука не поднялась. Соседкой Токарской по бараку была солистка Полтавской оперы, студентка Киевской консерватории Валентина Ищенко. Конец войны ее тоже застал в Германии, где она выступала для остарбайтеров, рабочих из Восточной Европы. Ищенко этапировали в Воркуту. Когда она впервые оказалась в лагерном театре, то зарыдала от счастья. Я вошла в театр, этот запах кулис, это, вот эта обстановка, эти софиты, кулисы. Я как увидела, у меня слезы, конечно, я своим ни глазам, ни ушам ничего не поверила. Но факт есть факт, я в театре. Вечером концерт. И вот в этом концерте, конечно, были заняты все солисты, там сцены из драматических спектаклей. Я это увидела, как-то во мне появилась уверенность, что я попала в настоящий театр. После освобождения Валентина Ищенко и Борис Дейнека приложили все свои силы, чтобы открыть в столице Коми АССР, Сыктывкаре, музыкальный театр. Это произошло в 1958 году. А в 60-м Валентине Ищенко, первой из нереабилитированных работников культуры в республике, а возможно и в Советском Союзе, присвоили звание. Какой обед нам подавали, каким вином нас угощали, уж я его пила, пила. И до того теперь дошла, что просто готова, готова. Но об этом ни слова. В
1946-м Министерство кинематографии СССР командировало в Воркуту драматурга Леонида Аграновича. Ему поручили написать сценарий к художественному фильму о героической работе горняков и строителей Печорского угольного бассейна. Дорога до Воркуты с долгими стоянками в Кирове и в Котласе занимала тогда несколько суток. Перезнакомившись с соседями по вагону, я наконец сообразил, куда еду. У большинства наших пассажиров имелось разрешение на свидание с близкими родственниками, которые сидели. Сыновьями, мужьями, отцами, матерями. Антон Павлович Чехов рекомендовал писателям ездить третьим классом. Истинно так. Историй я за эту дорогу наслушался на неполное собрание сочинений. Но для соцреализма они не годились. 5 недель Агранович гостил в Воркуте, каждый день наблюдая в действии героя будущей картины. Генерал Мальцев таскал его за собою по всем маршрутам необъятного угольного бассейна, демонстрировал успехи, не скрывал грязи стройки, мрака будин, вводил в курс дела, знакомил с людьми. Дотошный, доскональный, жадный до всякого дела, до всякого созидания. Счастье их всех заключалось в том, что арбитром, душой всего дела оказался не тупой, жестокий карьерист, какими тогда в подавляющем большинстве были наши руководители, подконтрольные только вышестоящему руководству, а человек честный, талантливый, масштабный, авторитетный. Строитель, одержимый жаждою творить, жизнелюб, неравнодушный к радостям бытия. Он вовлекал всех окружающих в бесконечный круговорот дел, и люди охотно шли за ним, становились такими же двужильными, бессонными, смелыми, не боялись рисковать, уверенные, что Мальцев в случае чего непременно заступится. Даже сейчас, более полувека спустя, мне не кажется ни смешной, ни глупой моя тогдашняя увлеченность этим человеком. Человек жестокого времени, в котором все держалось на тоталитарной дисциплине. Генерал постоянно увлекался людьми, как режиссер, одаренным актером, как дирижер, виртуозом, солистом. И люди отвечали ему взаимностью, доверием. Сценарий Аграновича отправили на Большой худсовет в Министерство кинематографии СССР. В заключении художественного совета говорилось: сценарий непригоден к постановке, он не дает правильного представления о хозяйственном руководителе-большевике. Автор с задачей не справился. Главный порок – искаженное изображение образов советских людей. Гораздо позже Леонид Агранович выразит глубокую благодарность партии и правительству за то, что остерегли от создания героической эпопеи, за которую по гроб жизни стыдно было бы перед сыновьями и внуками, перед зэками Воркуты, перед всем многомиллионным спецконтингентом Советского Союза. Вспоминала в Воркуте как о каком-то куске своей жизни, который дал ему очень многое. Дал в понимании того, что вообще происходило. И, по-моему, в этот период времени он мог и проявил свое отношение к человеку. Он, понимаете, вот, конечно, его должность заставляла его
трудиться и требовать от людей, можно даже сказать, подвига, да? Но наряду с этим он очень был справедлив и никогда, по-моему, не обижал людей. У папы всегда было воспоминание в Воркуте как о лучшем городе вообще мира, и, по-моему, он очень тосковал по этому городу. Но знаете, когда что-то создаешь, это кажется твоим, любимым. В начале 50-х Воркутинский театр стал узкодраматическим. Заключенных артистов вновь загнали за колючую проволоку. Оставили только вольных и тех, кто уже освободился. Многие задают вопрос, как вы относитесь к лагерному театру? Как к уродству в уродстве? Как к нравственной непристойности я отношусь к тому, что его породило. В преступное время невольный, не лагерный театр свободным быть не может. Но иногда лагерный театр заставлял и актеров, и зрителей вспомнить, что они люди. Нечасто, в иную минуту. В 57-м деревянное здание архитектора Лунёва сгорело. О том, что когда-то на этом месте находился знаменитый лагерный театр, напоминает разве что табличка «Улица Театральная». В 64-м Воркуту посетила группа советских литераторов, в числе которых был Алексей Каплер. Через 20 лет я приехал в командировку в эти места. Большой, светлый город раскинулся там, где был наш лагерь. Я долго ходил по этому городу и тщетно искал между добротными теплыми домами следы наших черных бараков, нашей зоны, наших бед. Ничего. Ничего. Я наклонился, поднял кусочек земли и положил в карман. После освобождения Борис Мордвинов работал в театрах Саратова и Минска. В 53-м ему разрешили вернуться к своей семье в Москву. Он умер в ту же ночь, как приехал домой. От инфаркта. Генерал-майор Михаил Мальцев участвовал в атомном проекте СССР и получил звание Героя социалистического труда. В его московской квартире часто бывали Лунёв и Каплер. Вскоре после Воркуты Каплер и Токарская расстались. Каплера страна узнала как ведущего кинопанорамы. Токарская до последнего дня служила в театре «Сатиры». Немногим артистам Воркуты, бывшим ЗК, было позволено жить в Москве и Ленинграде. Они разъехались по нашей необъятной родине, где стали звездами провинциальных театров. А кто-то навсегда остался лежать в воркутинской земле.